В эфире «Давай поженимся» программа о том, как найти спутника жизни. Сегодня свидание у нашего главного героя Юрия. Что я такое сказала, сама не поняла. Давайте еще раз. Давайте. Мама моя, встречая моего старшего сына из детского сада, совершенно обалдела. Она говорит, я чуть в лужу не упала. Говорит, Георгий в 6 лет вдруг задал вопрос. Говорит, Альбина, а кто такие голубые? Мама говорит, я покраснела и сказала, это, говорит, люди, которые любят голубое небо, голубое море. Он говорит, да я тебя не об этом спрашиваю. Но вы перебарщиваете с моментом того, что вы из мужа делаете идола. Так а нельзя. Надо из мужа делать пидора. Вот, чтобы он просто, чтобы он поразительно, чтобы он скотина, чтобы ему вот икалось бы этому гаду, который из вас вот сделал вот такое несчастное дитё. Давайте так. Вот сегодня, в конце концов, 21 год, не надо выходить замуж. Давайте так, вот у нас задача, сегодня будет 3 жениха. Давайте найдем какого-нибудь плохого и поглумимся над ним. Я вам помогу как. Вот, Борис-то, вот отпустите себя, вот отпустите. Что ж ты говоришь такое, а? У тебя одна задача, я тебя не перебивала, у меня другая. Кать. Вот давайте, а я помогу, хорошо? Да. Вот сам у кого-нибудь скверного, если такой будет, я не знаю, может быть, у нас сегодня будут одни Ленины, конечно. Ну, найдем какого-нибудь говнюка и просто его, ладно, чечеточку на нем. Хорошо, попробуем. Всё. Я помню, у нас одна очень известная артистка, которая летела в бизнес-классе. Это просто для вас рассказывать даже не надо. Тоже накатив уже, потому что перелет был долгий из Америки. Летели приличные бизнесмены, и она вдруг стала делать... уголок между двумя вот этими, знаешь как, между двумя сиденьями она делает. Она почему-то вдруг в свои там почти 50 стала показывать, какая она спортивная. А муж сидел и напивался на первом сиденье, тоже артист. Она показывала уголок, потом она тоже решила, а там же маленький проход в бизнес-классе. Потом она решила сделать стойку, не получилось, и муж ей сделал замечание. Он, допустим, даже не успел договориться, там, типа, может быть, ты сядешь, она ему сделала так. Она уже готовилась заранее. Смешно, это так, слово да. Пришлось, не надо, тут программа, потому что история известна. Это чье было желание вообще рожать так поздно? Зачем? А мы же в Узбекистане, там по 10, по 15 детей, я мало слишком. И местные женщины вот в во столько лет рожают детей? И больше даже, и в 70 рожают. Ну хорошо, ладно, мне про 70 не рассказывайте. Ну вам же 72, вы говорите. Ну мне 72, но я родила-то где в 64. А вы, еще у вас все впереди? Ну конечно. Не, я уже задумываюсь, все-таки надо прилично себя вести. Что же я буду людей смешить? Скажите, пожалуйста, а сегодня хотите в свои 33 года прибиться к дедушке? Не обижайтесь. У которого 3 детей, и которые будут все время говорить, нет, это мои, а там еще тетя, а там еще сестра, а там еще херова туча этих родственников, которые вот говорят, слышь, пришла к нам, живи по нашим правилам. Мудрая женщина постарается не указывать мужчине, как вести и как выбирать дорогу, а позволит ему, если она ему доверяет, а я надеюсь, что она ему доверяет. Это вы книжки в какой-то прочитали? Да, безусловно, это психологическая литература. Послушайте, я тоже читаю эти книжки, и только кроме того, дебилы, уроды, что за ситуация? Можно разговаривать, а если ты не можешь найти, пишите письма друг другу. Вот я пишу, милый, сегодня утром я попросила тебя забрать почту, сказал, да пошла ты, я еще не выспался. Ты поступил неправильно, потому что ты должен был мне сказать, милая, не сейчас, позднее, трусы надену. Бред, читаю, думаю, чтобы вы сдохли, писатели. К жизни не имеет никакого отношения. И вы сейчас ведете себя так же. Да, да. А от сердца что-нибудь скажите. Роза, ну я права. Сидит клевая, молодая женщина. Вы сидите трое здоровых лбов, красивых. Губки поджал. Ни одного вопроса. Вот она мечтает жить в Лихтенштейне. Я забыла ее спросить, почему а именно там. Это ну, где? Страна такая. Такая маленькая страна, где мы все время в футбол играем. Давайте, чтобы немножко рассеять, просто одна минута рассказываю анекдот. Мойша приходит домой и говорит, мама, ты знаешь, что я женюсь? Она говорит, ой, слава богу, сыночек. Кто она? Она очень хорошая девочка, она нашего круга, ее зовут там Соломей. Ой, замечательно. Она сегодня придет к нам в гости. Замечательно, я приготовлю еду, все. Она придет не одна. Очень хорошо, мамочка, ты не могла бы сегодня переночевать где-то? Почему? Потому что все комнаты будут заняты. Почему, сынок? У нее 12 детей. Хорошо, сынок, я так счастлива. Дети, это же замечательно.
замечательно, дети уже есть, не нужно будет думать. Мне даже совершенно не нужно будет никуда уходить. Почему, мама? Потому что я умру. Мария, сколько времени вы уделяете ребенку? Свободное время практически все. У меня были занятия в институте, соответственно, я там проводила целый день. Вечером мы были вместе. Вот теперь вы уже... Далее, выходные. Ага. Недавно, буквально неделю назад. Вы с Васей как встречаетесь? А мы с Васей встречаемся. Опять же-таки, как невинность встречаемся? Не подарили? Нет, не подарила. Не подарила, сказала, что тоже недостоин. Я тоже, кстати, вам секрет, я в своей действительности носилась как курица с яйцом. Я думала, мой первый мужчина будет или Питер О'Тул, или Роберт Де Ниро, а если в России, то Высоцкий. Почему-то я думала. Владимир Высоцкий. Это не для программы, это уберу. Надежда, я просто как только вас увидела, я сразу поняла, что вы непорочные. Вы просто абсолютно девственные. Именно так я и представляла 25-летних девственниц. У меня был опыт знакомства с человеком, которому на данный момент 54 года. И человек не отказал. Это был Борис Михайлович Моисеев. Я ездила к нему свататься. Да. С ним бы вы были до гробовой доски девственниц. Да. Понимаешь, она не понимает, что писка хуем называется, например, вот такие вещи. Ну. А для замужества это... Конечно. Однажды я приезжаю, открывает мне, теща и говорит: «Ой, Юра, почему ты приехал без звонка?» говорит. Я говорю: «Ну и что?» Захожу и вижу такую картину. Два голубчика лежат в постели вообще. А теща еще говорит: «Ты, говорит, их, пожалуйста, не беспокой». Они говорят: «Так устали, говорит, сегодня, так устали». Я говорю: «Да, Господи, ну, конечно, пусть отдыхает, бедная». Может, он просто замерз, они гуляли по Москве, замерзли. Ну, я так понял, да. Чисто поблизости легли по-дружески. Да, я так и понял. Сразу все нафантазировали. Просто сегодня понятие мужчина и женщина стерлось. Бабы с яйцами, мужчины ходят с длинными волосами, понимаешь? И что? Непонятно. Это унисекс. Все пахнут одинаково, духи унисекс, одежда унисекс, и вы все сравнялись. Если с таким кривым лицом будете каждый раз... Раз она курит, значит, она пьет. А раз она пьет, значит, она гуляет. А зачем мне такая жена нужна? Правильно, нет? Гуляет, послушайте, уже после 40, я так думаю... А как? 45 баба ягодка опять, а как после 40? Знаете, смотря какая ягодка. Есть такая ягодка послен, так ее и куры не клюют, какая ягодка. И гусики. Ох, Виталий. Вы отвечаете за нравственную основу. Нам вообще все равно, от кого рожать детей, честно говоря. Мы для любви созданы. А вот что вы наши головы вложите, какую нравственность, это от вас зависит. Мы что, овцы, что ли, в нашу голову? А если ты уже готовый, готовая нравственная основа. Да, объект, для любви. Ты совершенно зрелая женщина, Лариса, нас не сравнивай. Мы вообще тут, мы эти проповедники, мы истину проповедуем. Я простая. Я совершаю ошибки каждый день. И поэтому я как-то, понимаю, кому-то надо, а кому-то... Кто-то еще сам может мужчину взять за руку и повести за собой. Вы знаете, я так думаю, что если эта программа закончится когда-нибудь, я могу быть экспертом-криминалистом. То есть я буду считывать уже по губам, как глухонемых, в школе немых. Я просто смотрю вам в рот и уже могу без звука понимать, о чем вы говорите. Девочки, что вы все умираете? Йоколамана, это у нас 4-я программа. Вам, нельзя. Включите чувственность ума и потренируйте ее сегодня на наших мужчинах. Как-то сложно очень, я даже не знаю, чувственность ума. Когда наши бабки сидели в пещерах, проходило много народу мимо, надо было понять, кто к тебе, с какими намерениями. Мозги надо было включать. Поэтому всегда мужикам говорю: никогда нас не обманывайте в лицо. Мы это чувствуем. Мы это сразу видим. Обманывайте по телефону. Слушай, а тебя как торкает этот козлизм 2012? А не хуже? Конечно. Уроды. Это Олег. Он не потерпит ревность и животных в доме.
Это мне 12-й год, блин, сейчас в голове. Скажи, Василис, все идиотизм этот все, не будет никакого 2012 года конца света? Можно мы с тобой потом про это поговорим? Нет, ну ты можешь мне сейчас сказать просто? Ну... Это еще хуже, Василис, это хуже. Я могу сказать, что отчасти предположения правильные. Да ты что? Да, поэтому я не иду смотреть этот фильм. Говорю абсолютно серьезно. Все, я не работаю. Ну скажи. Возможно, вплоть до... Я думаю, что это военные конфликты, на самом деле, в мире, которые будут развязаны к этому моменту времени. И абсолютно экономической подоплеки ситуации. Конечно, это никакие не космические трансформации, никакие не такого порядка ужасы, но это реально непростая ситуация, скажем так, общественно-политическая. А скажи, они могут вот эти создатели передохнуть все, нет? Кто? Ну, создатели, кто вот это замутил, это 12-й год, фильм, вот это все, кто сейчас наживается на этом? Ну, я как раз думаю, что те, кто вот эту волну толкают, они пострадают, так всегда бывает. Да, может, их накажет? Ну. Тёма, иди за водкой, я не работаю, все. Не, ну вообще это, конечно, ужасно. Я просто... А чё спим-то, суфёр? Он был добрый человек, и мне казалось, что он был искренний. Вот сейчас на Волочкову похоже, знаете, который говорит, и когда ко мне подошла эта добрая женщина, и я сказала, добрая женщина, идите нахуй. Понимаешь, получается вот просто, вот получается так, она все время... А вы знаете, когда ко мне подходят добрые женщины, мужчины просят автограф, я вот эта добрая женщина, прекратите, понимаешь, вы прекрасно души, вы прекраснодушничаете. Давайте не будем прекраснодушничать, потому что когда у его дочки не будет то, что будет у всех одноклассниц, потому что же хорошего-то мало, и приходят такие, вот со мной и приходят такие к нам невесты, задрочи, которые всю жизнь завидовали своим подружкам. Потому что мама и папа духовной жаждой там им со свечкой ходили и пели «Аллилуйя». Не, ну почему? Перестаньте, жизнь другая. Давайте все-таки будем смотреть нормально. Здравствуйте, Андрей. О, привет. С кем вы пришли? Антон, любовница моя, Дарьяна, друг. Да, это сейчас модно. Кто любовница? Я. А я друг. Дарьян, друг. Он наконец-то свершилось. А, так тогда, может быть, и мы закончим? Не-не-не, нормально. Ну, для разнообразия что-то. Все нормально. Моя мама назвала бы такую девушку шалава просто-напросто. И я к ней присоединяюсь. Совершенно никакой серьезности, и ребенок, ну вообще, то есть вообще никаких ценностей. Ребенок это серьезно. Дома с ребенком, наоборот, клубы, гулянки. Если бы список ее женихов был бы часа на три программы, тогда можно было бы вот это слово применить, которое ты говоришь. А Чулю, хорошее слово. Она классический водолей, Роза, как и ты. Да что ты? Да. Да я просто вообще, я ангел перед ней. А ты полтора года ходила в декольте с татуировкой на спине, и именно так ты встретила здесь своего мужа. Когда я с татуировкой ходила? А ты ходила в декольте полтора года, я недавно стала ходить в пиджаках и с косиночкой. Не, минуточку. Все помню, давайте посмотрим. Минуточку, минуточку. Я когда с Вакой не замужем была, я кольцо обручально носила, чтобы никаких вопросов не было, чтобы невеста приходила и знала, Свака занята. Два украинца разговаривают, один другому говорит, да видишь, жопенька какие. У русских фамилии смешные. Зайцев. О, Господи. Ну там тоже. Да, он был тоже украинцем. Оксана точно не хочет соревноваться с мужчиной в доме и безоговорочно готова... Оксана точно не хочет соперничать с мужчиной в доме и безоговорочно готова... Оксана точно не хочет соперничать с мужчиной и даже безоговорочно готова... Блять! Это как пчела. Пчела ведь летает летает и собирает мед. Она тоже видит, что на лугу разное бывает. Ну, там, я не знаю, коровы прошлись и оставили после себя что-то. Но она видит только красоту, поэтому и мед в конце получает. А разница между пчелой и мухой, да, муха видит сразу это. Не то, что цветы на лугу растут, а то, что там оставили после себя коровы. Вот мне кажется, что Александра, если пока она приходит,
прекратит копаться вот в том, что оставили на лугу коровы, и перестанет быть мухой, а станет, как Радмила, пчелой, тогда и мед у нее в семье будет. Вот в этом большая разница. Какой же скач, а? А вы думали? Нифига, порвала. Порвала просто. Ну, я считаю, а еще, говорят, Гузеева злыдень, и бабки за мной бегают и говорят, ах ты, паразитка такая. Я все-таки, наверное, скорее завистливая, чем нет. Вот думаю, это молодая, как бы треснула бы ей. И тоже вроде все накачала, все сделала, все не то, понимаешь, мне прямо написано уже, что у меня вечер, а у нее утро. Ну хорошо, как вам, Роза? Я себе хорошо. Спасибо вам большое. Ларисочка, я надеюсь, вам очень понравился этот сюрприз. Спасибо вам большое. У нее 200 тысяч долларов сразу. Проходите в свою комнату. Мама, нет! Я люблю тебя, Россия, дорогая ты моя. Пожалуйста. Я люблю тебя, Лариса. Умоляю, поставьте. Поставьте. Все, спасибо. Спасибо. Все, пожалуйста. Вы, пожалуйста, пожалуйста. Дорогие, смотри, в свою комнату. Это всего лишь проврилка ларелась. Пожалуйста, никогда не снимайте. Сотрите то, что вы сейчас сняли. Почему-то мне все время льстили. Нет, пожалуйста, сотрите. А я хочу увидеть, что вы стерли это. Пожалуйста, не вот надо. Мне только самое... в интернете не хватало вот этой крени. Ларис, ты понимаешь, что я потом... Пожалуйста, думаю. Все, кто сейчас снимали вот это на телефоны. Быстро собрали телефоны, кто снимал? И быстро это все стерли все. Ларечка, и там кто-то еще снимал, поэтому... Люди, будьте людьми, называется. Да, пожалуйста. Это. Ребят, сделайте, послушайте с людей это, а не дайте сорвать передачу. Андрей. Отдайте, я имею в виду, просто передачу закроют, и никто это никогда не увидит. Но это лучшая Сергей, передача, которая выйдет по каналу. Отдайте ему телефоны. Бодров снимал, у меня 300 миллионов. Девушка в очках слева сидящая снимала. Отдайте телефоны, девушка в розовой кофте в очках слева, да, все. Не скомпрометируйте это. Воду мне принесите, пожалуйста, воду. Все, спасибо. Все, спасибо. Голову мне, блядь, давление. Ну, эмоции выхлестнули. Да, человек, да. Что да. Да. Ничего, ничего, это шоу, я понимаю. Так получилось, я пришел на золотую свадьбу. Молодец. 10 литров молока. Я вдруг свалил на телевизоре 81 дюйм. Стоите вы и говорите, давай поженимся. Да, супер. Ну, я быстренько пошел, пообрелся, и потом показали фотографию этой женщины, сказали, что ее зовут Лариса. Вот я здесь. Все, ребята, спасибо. Пришел, в свою комнату победил. Отправляйтесь. Вот, спасибо вам большое. Вам спасибо. Да. Козла можно пока здесь оставить?